Земля гоблинов. Они постоянно летают на самолете, и какая-то жопа с ними происходит. Надо пересмотреть свои взгляды на передвижение по земному шару. Пламя только что окрасилось в цвета ЛГБТ сообщества. Некуда сесть. Я попытаюсь удержать самолет и дотянуть вон до той скалы. Все гоблины думают, что сейчас геи летят какие-то. Ну, вот про Нака ничего говорить не буду, но в докторе я не уверен. Спасибо, Шарлотта. Она так и говорит: убери мою фотографию отсюда! Почему все должны это видеть? Что ты делаешь? Я же не накрашена. Я могу починить мотор, но взлетать нам будет очень сложно. Собери все реликты, какие только найдешь. Мне нужно, чтобы ты вырос как можно больше. Настоящий посыл родителя своему ребенку. Глава 8.1 к началу. Вау. Не хочу отходить к началу. Это значит, что мне еще надо будет 7 глав проходить. Нет. И музыка пошла, которая была в начале. Потрясающе. Ну или почти в самом начале. Так, куда мне идти, самое главное? И уже здесь какой-то секретный проход есть. Здесь по-любому дофига опять секретов будет. Осторожней, Нак. Это уж точно территория Гандахара. Воу, 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 воу. Ага. Это все, что здесь было. Потрясающий секрет. Я даже не... А, немножко зарядился. Окей. Ну, очевидно, что мне говорят, может быть, ты сюда пойдешь. Но я пойду явно не сюда. Здесь продолжение пути есть. Я, честно, не видел, но я хочу пойти по другому пути, по которому с самого начала пошел. Он такой скрытый. И здесь есть только кристаллы, потрясающе. Отлично. И ничего не спрятано. Вроде ничего не пропустил, так что погнали здесь. И здесь нельзя пойти. А-а-а! То есть проход все-таки один. Все-таки кишка продолжается. Я бы сейчас сказал, что мы сейчас в районе жопы, но потом понял то, что на самом деле там пришлось бы идти в Call of Duty. Ну, запах соответствующий и форма та же самая. Да и ощущения, в принципе. Воу! Меня убил маленький жук. Вот так надо было с самого начала сделать. Говнюк стаиросовый. Осторожно! Таким можно и кони двинуть. Мы обменялись с ним ударами. Он сдох, я нет. Я думаю, это честно. Воу-воу-воу. Снова говнюк. Естественно, реликтов никто не положил. Вау! Че вы врете? Это был не Нак. Мы с тобой не сможем разговаривать, пока ты будешь в этих узких каньонах. Удачи с поисками реликтов. Вау, ты мне так нужен был? Ага, мне показали, как он умеет атаковать. И все, один удар. И он труп. И че за понты были такие? Это как будь какой-нибудь кюкусинкаист, допустим. Понтоваться, мол, смотри, как я могу, у меня растяжка подойдет, боксер с одного удара уложит его. Вау, как вы много хп восстановили, просто тащусь. Знаете что? Вот. Ну ты ёпер, СТ, а? Можешь просто пробежать мимо?
Я не знаю, каким образом я увернулся, но я увернулся. Не знаю, как это получилось у меня. Фак. Ну! Камера просто потрясающая, я его не увидел. Ну, конечно, можно было, наверное, сообразить, что он будет назад атаковать, но хрен его знает. Так было намного проще, если бы он был спереди. Ну ладно. Неважно. Слушайте, я бил в него только что. Ну вот что это такое? Как мне... Да пошли вы в жопу, знаете, все. До свидания. И вы тоже, до свидания. А, их нельзя. Пропускать. О май гад. Серьезно? Как он вышел неожиданно. Пока. Так, подождите, может, я что-то пропустил? Скорее всего, пропустил уже что-то. А, не суть. Слушайте, как мне было узнать, что это взрывающиеся кристаллы, а? Вот как? Как мне узнать, что это взрывающиеся кристаллы? Что за кретинизм? Просто замечательно. Окей. Это взрывающиеся кристаллы. Ого, да. Конечно, я в жизни встречаю большое количество взрывающихся кристаллов. Просто 5 с плюсом. Перфектный выбор. Красный кристалл, они взрываются. Ты должен об этом знать. Окей. Вы что, издеваетесь? Ты-то что не сдох, слышь? Совсем уже охренел. Пока. Серьезно? Ну, видимо, так. Серьезно? Вот это был секрет? Я просто случайно решил ударить, мол, на удачу. Вы видите, как они запрятались здесь? Непонятно даже, где чё. Вау. Ну здесь они что-то переборщили с прятками, если честно. Fuck you. А что такая музыка играет, как будто против меня миллионы этих тварей? Fuck. Ага. Еще? Серьезно? Да пошли вы в сраку! Нихера себе! Ну хотя не такие уж и не страшные, если честно. Завивается легко, атаки не такие быстрые. Пу-пу-пу-пу-пу. Хватит мучить трубы. Все нормально уже. Ребята, все закончилось. Ребята в оркестре, хватит. Все нормально. Все нормально. Не тревожьтесь так. Я в норме. О, нет, только не лед. О, боже. Лед в джунглях! А-а-а! Слушайте, дайте взять хотя бы это дерьмо. Стену эту можно разбить стопудово. Нельзя. Окей. Хотя она выглядит как стена, которую можно разбить. О, боже мой. Я стал побольше, видать. Раз вынес гоблина. Двумя ударами, а не тремя. Сакс! Нак, беги! Это все? Воу-воу-воу! Осторожно! Медлительная сволочь! Вот это здесь, наверное, запрятано.
Вау, я не знаю, как я их увидел, если честно. Но это они что-то здесь переборщили с... серьезно, запрятыванием. О, фак. Хераси! Я даже ни разу не поранился. Какой поворот. О боже мой. Вот, я их, конечно же, мог увидеть. Слушайте, потрясающая позиция для битвы. Ну вот что это такое, ребят, я ничего не вижу. Ну как так можно было делать, а? Вот так надо было с самого начала, наверное, сделать. Кусок дерьма. Нету здесь ничего. Ну, сколько я вижу. О, слава богу. Жизнь! Больше жизни! Ну ладно, их просто так сюда поставили, что можно... А, верно, что можно было подняться. Стоять, снизу что-то есть. Условно невидимая стена есть. Это оказался не секрет. Это тоже оказался не секрет. Значит, тут все стены надо долбить, чтобы все секреты найти. О, черт. Бедные букашки. Да что такое? Наконец-то. Такой маленький жучок вскрыл дверь. Знаете, вот кого вам честно набрать. Знаете, сидите вы дома, варите мед, тут неожиданно дверь взрывается. Выносится, знаете, пролетает 3 метра мимо вас, на 3 метра мимо вас. И тут врываются 2 таракана такие с пушками наперевес. Да пошли вы в зад, понятно, да? Опс. Кто-то мертв. Не, я с ними даже не буду сражаться. Ща, я пока добегу, получу 300 раз по жопе. Что не очень. Стоять. Нет, показалось. Слева, я думал, был секрет. Это все, что здесь есть? Серьезно? Так много кристаллов. Охренеть. По-моему, только что видел точно такую же локацию. Вау! Я быстрее, козел. Почти добили, кстати. Чёрт, даже в таких играх надо все сзади проверять. Как дело, те локации, которые ты уже пробежал, надо проверить. На предмет наличия секрета. Fuck you. Где он? Иди сюда. Вали отсюда. Слушай, я всегда был наэлектризован? Я что-то не помню. Мне почему-то эта электризация пугает. О, oh, fuck. Я знаю, что сейчас произойдет что-то. Что-то на меня упадет, и мне придется прятаться здесь. Нет? Это очень-очень страшно. На... Фак. Давайте, идите ко мне. Дерьмо. Я выжил! Ни хрена себе, живчик! Здесь ничего нету? Рядом со льдом. Про ничего только фигуристый. Няк. Музыка, знаете, она вроде неплохая, но она такая стереотипная. Можно ли назвать музыку стереотипной, я не знаю.
Ну, вроде, знаете, такой... бегаешь по пещерам каким-то, по джунглям, и музыка такая же играет. Как всегда. О, фак. Нет. Я ненавижу, когда они так делают. Ставят ловушки там, где сложно их обойти. О, боже мой! А почему на верхнего я только что точно прицелился? Я видел это дело. Так, пришло время подниматься наверх. Я не знаю, как я это сделал. Господи, где реликты все? Мне сейчас кончусь просто. И здоровье кончится. И все кончится для меня. Откатит к началу уровня, скажет, мол, ты прошел так далеко. С таким количеством жизни. Нет, все, накажем тебя. Как ты посмел завалиться? Убьет какой-нибудь жучок стопудово. Ну раз здесь не было кристаллов, просто не лежало кристаллов, то значит что-то должно было быть. И просто так же они такой, блин, здесь слушайте, это просто бред. Я не смогу столько убить. Ну, я же говорил. Убил какой-то жучок малолетний. Слушайте, ну чё за херня, а? Херня! Кристаллы-то хоть остались? Плюс. А может его заставить крутиться в эту сторону? Он сам взорвется. Давай, крутись ко мне. О! Другое дело, надо выманивать их сюда. Fuck you. Су! Маист! Фу! А! И когда я называю сумоест, я имею в виду толстый, жирный говнюк! Ну, в плохом смысле ведь тоже можно говорить о сумоистах. Наконец-то реликты обосраться! Я не знаю, для кого рассчитано все это дело было, но это просто обосраться. Какое нечто было. И я почти не издыхал. Один раз только. И перед самым финалом. Перед самым местом, в котором мне дали бы реликты. Глава 8.2, темная... Тайная база. Какая темная база? Козел. Ни хрена здесь нету, да? О, грязюка. Топ-топ-топ-топ. Резиновые сапожки надо Наку сделать. Он будет так няшно смотреться. Няшно, потому что няк. Такая большая коробка, так мало реликтов. А, все, всосал. Нет. А вот сейчас да. Не осознал он еще, что будет плохо ему. О, господи, серьезно. Ничего на свете лучше нету. Чем бродить в болоте, когда в тебя стреляют. Пошел вон отсюда. Че только что было, кто-то плюнул? Опять можно разговаривать. Это зенитные пушки нас сбили. Нек, ты должен что-то с ними сделать, иначе мы отсюда никогда не выберемся. Окей. Ну вот, теперь мне назад идти, чтобы посмотреть. А, сзади нихера нету. Пошел вон. Куда мне идти сначала? Кристаллы. Пойду сначала налево. Там удобнее. О, фак! Кусок. А, это может все-таки обойти. Ну да, пойду налево. Ха-ха, спиздец! О? Что-то не сосал, зачем они наставили здесь-то бреда? Видимо, это путь к первой пушке. Пушки. О, же срань!
Воу! Ну просто звездец! Слишком много всякого дерьма! Они шутят так, да? Кусок! Так ведь можно и родить! От страха! О боже! Быстрее, 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 быстрее! На ногу, на ногу, на ногу! Готово? Готово! Минус одна. Меня сразу же назад откатят, да? Да. Значит, теперь сюда. Наверное. Fuck you. Маленькая тварь. Быстрее, 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 быстрее. Фастер, 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 фастер. Я, наверное, что-то пропустил, но насрать. Насрать, 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 насрать. Так, вторая пушка. Козёл. Fuck you! Oh! Oh, fuck you! Oh! О, чёрт, дерьмо, чуть не сдох. Было бы это глупо, если бы я сдох сейчас прямо. Фу. Еще одна. Еще одна, Илья! Сможешь. Давай, самое сложное. Чего? Пошел ты нахер. И без тебя тошно. Естественно, я сдохну сейчас, скорее всего. А, нет, у меня же есть кристаллы. Урод. Наверное, сюда. Раз туда нельзя. Еще один уродец. Другое дело. Не все сдохли еще, потрясающе. Ай ты урод! Вонючий урод! Я ж так хорошо шел. Уродец! Пошел вон! Давай, 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 Илья, давай! Давай, ты успеешь! Ты все сделаешь! Знаете, почему я тороплюсь? Потому что есть ачивка за то, что пройти за 5 минут! Все уничтожить третьи пушки, да ты 5 минут я это сделал! Я крут! Я просто нереально крут! Почему? Потому что я молодец. Почему я молодец? Потому что я крут. Теперь можно пойти назад и проверить все, что я пропустил. Так, скорее всего, что-то пропустил. Давайте проверим. В принципе, я уже могу не бояться то, что я могу сдохнуть. Там, по-моему, проходы остались открыты. Если я не ошибаюсь. Нет, закрыты. Ну, вдруг я что-то здесь пропустил. А, здесь есть еще несколько проходов. Да, видите, то есть можно было пойти либо налево, да, допустим, вот тому проходу, либо пойти сюда. Ко второму. Там, естественно, все тоже закрыто, да. Ладно, ну закрылись, закрылись. Не думаю, что я здесь что-то забыл. Не думаю, что они что-то здесь стали класть. Интересное. Учитывая ачивку. Наплевать. Все, я убил всех. Я молодец. Если что-то забыл, и насрать. Я был крут. Я был быстр. Я был четкий пацик.
Надал всем по харе. Даже показал, как получить ачивку. Больше ачивок. А, это ж трофей. Вы что, я не фанбой какой-то? Взгляните на этого стража. Трофей? Не ачивка? Да, удивительно. Гоблинам удалось создать подходящий интерфейс для нейронной матрицы стража. Он в их власти. Да, точно. А вы заметили, у него огромный ящик реликтов. Мне надо подрасти, так? Сейчас я их перехвачу и стану больше. Окей. Ты ж пошел вон. Слушайте, ну это бред какой-то. Он начал прыгать с воздуха. Или он на... Нет, по-моему, он на мне просто. Я, конечно же, мог на это среагировать, да. Вообще без проблем. Ей. Слушайте, ну это чушь какая-то. Невозможно это среагировать. Ну, не могу я, по крайней мере. Слушайте, идет он в жопу. Это что такое, а? Просто же бред какой-то. Ты сейчас приземлись, потом уже начинай меня стрелять. Так это что же за бред-то такой? Окей. Неважно. А я вообще тупил сейчас. Давайте, следующий. Слушайте, ну это чушь какая-то уже. Это просто невозможно. Херня голимая. Ну что это такое, а? Он сразу начал атаковать. То есть даже мне преимущества нету, и хоть кого-то выбрать и начать бить. Я был в воздухе! Он что, еще и по воздуху этот удар бьет? Ой, я вообще был вне круга сейчас, вы это видели. Когда он начал бить. Ну ладно, окей. Ладно, я сосредоточился. Кристаллы не буду использовать даже. Да там места нету, чтобы вернуться. Ладно, я буду стоять тогда в углу в каком-нибудь. Слушай, я не знаю, что сейчас начал делать, если честно. Все, я рассредоточился. Давайте. Слушайте, это чушь как... Да пошел ты в жопу, я тебя бил первым! Просто нечто! Охереть! Слушайте, это невозможно! Я приземляюсь, меня уже второй начинает бить в этот момент. Охереть! Просто бред какой-то! Они хотя бы с головой-то подружили, нет, сначала, чтобы такое создавать. Серьезно? А приземлился, меня второй сразу задел. Ну блин, невозможно от этого увернуться, всё. Идиотизм какой-то. Блин, все атакуют одновременно тебя. У них даже какой-то, не знаю, там шаблон нету в атаке. Нет, они сразу все тебя атакуют, насрать. Вообще на все. Попробуй увернись от всего. Повезло? Не повезло. Встал ты в нужное место? Не встал. Когда ты предложил отправить доктора на поиски ключа, я был на... Значит, как повезет уже?
Но теперь они нашли зацепку. Невероятно, да? Мы столько. Повезет, сможешь пойти, не повезет, нет. Ключ всего за пару дней. Пора отправиться за ними. Все идет так гладко. Они все сделают за нас. А когда найдут ключ, мы выйдем на сцену и заберем его. А пока вы можете закончить свой маленький проект. С большим калибром?